записываем видео о том, как я буду работать головой. Файл где-то, где-нибудь. Да что ты орешь, мой друг дорогой? Кот Тимофей. Так. Разрешение видео недостаточно хорошее, чтобы видеть название файлов, которые здесь я вижу. Которую я вижу здесь. Ой, е. Куда я вышел? Так. Создаю текстовый файл. Как его создать-то? И создам. Расширение. Расширение теории системы уравнений 2022. Расширение ТСУ 2022. Расширение теории системы уравнений 2022. Ой, мой котик орёт, бедный. Какой день недели, а не важно. Отошли. Так, данное видео неудобно будет смотреть на телефоне. Телефоны маленькие, экраны у телефонов маленькие. Лучше смотреть на компьютере или, может быть, на планшете. Итак, повторяю название файла в файле. Имя файла. Расширение ТСУ. Расширение теоремы. Теории системы уравнений. Так, дополняю имеющуюся теорию, которую я писал раньше. Где-то я ее сохранил. Не знаю где. Ну ладно. Надо разделить мне два числа. В общем, нужно разделить два числа. Сложность в том, что мне нужно делить, чтобы было интересно решать систему уравнений. Надо делать деление. Деление А и Б. Или числами, нет, без чисел, буквами. С дробью. Ой. С дробью. А больше, чем Б. Форма записи. Так, форма записи. А. X. Б. Блин, а сюда что записать? Какую букву? М. А пусть будет М. Почему нет? М. Где? А.
делимое, b делитель x, результат деления без правой полу, без правой части числа. Вот вопрос дробной части числа m. Разница. М разница. В выражении. М это разница в выражении. А это у нас большее число. А минус b х, а минус b х. Здесь умножили мы. Ну, без этой. Вот так. А минус b х. Собственно, в этом и заключалось мое дополнение. Такая запись мне нужна. Вот такая запись. Например. Пример. Это важно, это нужно. Такая форма записи нужна. Без нее не обойдешься. Пример. Значит, 111. И 34. А, 1011. 1011 разделить на 34 равно, это у нас А и Б. То 11 разделить на 34. 111, ну как я это разделю? Я это не буду вот так я запишу. Оп. О, не тройка, а просто пока. И здесь я знак ровно не поставлю, здесь две скобочки поставлю. Вот, я имею два числа, делимое и делитель. Я их записываю вот в таком виде. 1011 и 34. Я эти два числа записываю в таком виде. Скобочки, да, надо все-таки скобочки более красиво. Здесь надо, как мне это, вот так кажется, вот так. Угу. Вот так будет нужно сделать. А здесь двойная скобочка. Ну, по-другому никак не прокатит. По-другому невозможно будет. Значит, теперь я возьму калькулятор. У меня вот такой есть удобненький калькулятор, инженерный калькулятор. Делю. Разделить на 34 равно 29, записываю сюда. Вот 9. Или так. Так, а здесь я 29 умножить на 34 произведение. 29 умножить на 34 равно 986. Правда, что ли, так получилось? Что за фигня?
А, ну, наверное, правильно, да. А, что там? Форма записи. А, минус БХ. А, минус БХ. М плюс. Так, М плюс. С. Ой, куда ты четверку нажал? 1011 минус МР. Равно. 25 сюда надо записать. 25. Зачем мне нужна такая форма записи? Потому что я могу делать, как это сказать, картинку в картинке. Отражение зеркала в отражении зеркала. Я так хочу. Мне нужна такая возможность. И я теперь имею эту возможность. Самое крайнее правое число в данном случае это 25. Я могу его также использовать как А. Вот, например, это А. 25 и тройка, допустим, мы имеем. Тройка. Это Б. Получается. Я зацикливаю все это дело. Бесконечное множество раз. Тройка. Это B. Теперь я записываю опять же мою стандартную форму записи. А. Раз, два, три. Раз, два, три. B это тройка. И в этих скобочках я запишу. Ой, А, Б, Х и М. 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 А, Б. А, Б, Х, М. А, Б мы знаем. Х. Равно. Деление. Ага. А разделить на B. Это у нас будет, ну-ка, без калькулятора. 9, да? Или 8. 38. 24. Восьмерочка. М равно единичке. М. Ой. М равно 38. 24. 25 минус 24. Единичка. Теперь я эту форму записи полностью заношу. 25. Восьмерка. Тройка. Единичка. Ой, а тут что я сделал? Вот так вот. Вот так вот. Так, не бредово ли получилось? Ну, в принципе, мне нравится. Может быть, вот эту троечку вот так вот. Вот так вот. Разбить, чтобы было как-то видно. Чтобы было видно. Пробелы меня не радуют. А вот нижнее подчеркивание. Как этот символ называется бы по-правильному? Вот так вот. Вот такая форма записи будет. И теперь я просто записываю уравнение в таком виде сложном. И решение этого будет очень. То есть и проверить можно будет легко. Как я это запишу? 1011. Разделить на 1011, разделить на 29.
умноженное на 34 в скобочках. Нет, скобочку я не закрываю. Плюс 25-ку вот эту я добавляю. 25-ку я добавляю в виде, опять же, А, Б, Х и М. Сначала А. А, ой. А, это у нас 25-ка? А. А. Что за бред получается-то? Ерунда какая-то получается. Ту-ту-ту. Но единичка. Классно. Разделить. Плюс 25. Ctrl-C. Ctrl-V равно единица. Единица, откуда она вылезла? Что за бред? Что за бред? Я не так хотел. Не состыковка. Разделить плюс 25 плюс 25. Ну что не так-то? Ctrl-C. Вот сложно говорить и думать. Так бы я, может быть, решил бы все проблемы. Разделить 29 умножить 3, 4 равно единица получилось. Что ты будешь делать? Как она? Откуда она взялась? 25. Ту-ту. Ладно, мы здесь сейчас все это режим. А равно 1011. Б равно 34. Это делимое и делитель. Х. Х, букву Х. Вот он. Равно 29, наверное. Сейчас я еще раз проверю. 1011. Или на 34. Равно. Ну, 29, все правильно. 29 умножить на 34 равно 986. М равно 986. Минус 1011 равно 25. Ну и должен быть 0 получится-то в итоге-то. 1000. А, или что? А, то, что справа, равно тому, что слева. Единица получается. А, все, ну, собственно, этот у нас результат получился. А, ну, все нормально. Неплохо. То есть я нормализую эту запись до единицы. Такая стандартизация получается. Вот такой неожиданный ход. То есть я беру два любых произвольных числа и применяю данную запись, я превращаю их в единицу. Почему бы и нет? Так, а тут 25-ка, что там? XM. Тут сейчас проверим. Ctrl-V.
Единица. А, 25-ка? А как я этого 25-ку? А, ну разделил я эту 25-ку. И смысл моих действий. А, то есть я в единицу превратил 100. А я сейчас это все объединю. Так, итог. Объединение. Объединение. То есть я сначала записываю. Что я записываю-то? Раз. Сейчас. А 25-ку я отменяю этим выражением. Каким выражением? Ctrl-C. Ctrl-V. Вот и раз. Что получается? Усложнил. Ну, в скобочках. Вот такая форма. Ну, что же, выглядит дико поначалу. Но если привыкнуть, может быть, будет интересно. Теперь я это сейчас перепишу в виде... В виде чего? В виде целого выражения. И что получится? Я сейчас вообще запутался, честно говоря. Но то, что получится, это будет стандартом. Стандартом. Стандартным приведением. Превращением. Эх, как бы мне не ошибиться-то. Какие действия я должен совершить? 1011. Вот я запутался. Делимое. Делитель. Пример. А, Б, Х, М. А, Б, Х, М. 34, 29, 25. Э. А, Б, Х, М. Такая, ну, как это выражение теперь обратно превратить? Скобочки получил всякие, нижние подчеркивания. А как это тю-тю? Как это тю-тю? Все. 34. Как мне это обратить-то? Я немножко запутался. 1011 разделить. Ну, я здесь, как здесь, запишу. 1011 разделить на 29 умножить на 34. На 34. Плюс, ой, плюс. Да как тут плюс-то нажать? Плюсик, скобочку. После 34 открываю. И записываю вот эти вот 25 в таком же виде. 25 деление. Скобочку открываю. Странную вот эту скобочку. А, тут я скобочку не закрыл. Еще надо будет закрывать в конце. Да, скобочки пусть, конечно, открываются. Но сразу не закрываются, не захлопываются. В конце не забудьте их захлопывать. Эти створочки. 25 делить. 25 делить. 29. 34. Ну, собственно, как они записаны. 25. 5 разделить. Сначала вот эту в тройных скобках. Восьмерка идет. Восьмерочку. Ой, а зачем скобку сейчас? Разделить на 8. Ой, девятка не надо. Разделить. А, разделить. Скобочку надо открыть. Скобочку надо открыть. Угу. Там открывали, здесь открываем. Восьмерка. Умножить. Восьмерка умножается на 34. Это следующее идет. На тройку. На тройку. Плюс один. Закрываю две скобки. У нас было два нижних подчеркивания.
количество закрывающих скобок равно количеству нижних подчеркиваний. Ну и что получится? Что получится? Равно. Да кто там звонит? Ну, что это за дракончик? Так, дай представить, что это тут. Так, это мы разделили на это, прибавили это, единичка. Так, вот это, то есть должно получиться, единица должна получиться, да? Или двойка, или единица, непонятно. Если вообще все правильно. Скобочки открывающие 2, закрывающие. А, должно быть закрывающих 3. 3 открывающих, 3 закрывающих. 3 открывающих, 3 закрывающих. Пум-пум-пум. Мультик карусель. Проверяем в инженерном калькуляторе. Все, сбросить, память сбросить. Страшно прямо. Ерунда какая-то получается. Дробное число. Дробное я получается. Не состыковка. Не состыковка где-то. Не состыковка где-то. Плюс один. Плюс один. Чё за ерунда? Так, а вот это что получится, если я вот это сделаю? Что получится? Первое выражение. Ctrl-V равно единица. Здесь получается. Я хочу, чтобы получалось что-то правильно и дальше. Что-то типа как единица, что-то, чтобы было изящное что-то. Что-то я с 25-кой, с этой 25-кой, что-то я неправильно сделал. 34, 11, 29, 34. А зачем я 25-ка? 8. А, может я не так что-то посчитал? Тройка. 38. 24. Единица. Плюс 1. Плюс 25. 25 разделить. Единица. Ерунда какая-то. Разделить. Так, то я делю. Прибавляю 25, а то я прибавляю единицу. Ага. То есть я эту 25-ку превратил в единицу. То есть получается, надо прибавить, чтобы все состыковка получилась. А, чтобы состыковалась, надо 25-ку эту. То есть была 25-ка, а я ее зачем-то в единицу превратил. Что за бред? Зачем я ее превратил в единицу? Конечно, ерунда получится. Но мне надо все сделать запутанным, чтобы было легко запутать, но тяжело распутать узелочек. Узелочек надо запутать хорошенечко. Запутать. А если была бы 25-ка, а мы будем в ноль превращать эту 1011. Или в единичку. В общем... То есть получается вот здесь, то есть эту 25-ку, блин, какая херня получается, вложенное деление не выходит у меня так. А, ну собственно две, так, 25-ка, ну плюс 24 вот здесь вот, ну это так, припарка. 25 минус 1. Должна единица получиться. И тогда будет ровненько. Но это надо дополнять теорию. Ну да, получилось. Состыковка. То есть при вложении, то есть не получится вкладывать тупо, руководствуясь вот этой форме А, Б и М. А, Б и М.
То есть это единичное выполнение. Единичная стандартизация как-то, не вложенная. А если я вкладываю что-то, то надо добавлять вот этот вот, этот же самый А минус А минус 1. То есть А плюс А минус 1. Ну как? Плюс А минус 1. Как это все красиво сделать? А ведь мне надо это все, может быть, еще добавлять. Ну ладно, я ограничусь пока что вот этим. Наверное. Или дальше. Как это сформулировать? Равно единица. Запишу. Так. Так, без вложения. Деление А и Б с дробью. А больше, чем Б. Всегда. Форма записи. А, Х, Б, М. А. Х. Ой, куда так много? Или две хватит? Две скобочки. А здесь нижнее подчеркивание. А, Х, Б, М. Пример. Без вложения. Вложение. Ага. Так, сейчас я повторю вот это. Что там получился за бред? Ctrl C. Ctrl V. Единица. Ну вот так, единица. Превращение в единицу. Деление. Получается в итоге. Где это вписать? В общем, итог. Итог. Не сюда запишу. Надо что-то еще. Ой. Что же, получится запутанный узел. При парке такие. Так, форма записи с превращением любого выражения в единицу превращением. Цель. Так, преамбула какая-то должна быть. Дополняю. Цель. Цель. Данных правил. Запутать узел, усложнить нахождение неизвестных уравнениях. Цель данных правил – запутать узел, усложнить нахождение неизвестных в уравнениях. Ну так, получилось. Теперь вложение. Деление А и Б с дробью. У меня отключился свет, а вот. Без вложения. Мне звонят. Все. Закончился мой праздник.